Что за наваждение? В пляс так хочется мне пуститься! Ох! Твой профиль ВКонтакте обновился. Здесь можно выразить себя в контенте. В обложке. В обложке от нейросети. Обнови профиль и выражай себя ВКонтакте. Место встречи. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами играем в игру Bramble the Mountain King. Чем примечательна эта игра для меня? Тем, что она похожа на Little Nightmares по стилистике, но при этом это хоррор в скандинавском сеттинге. Мы будем с вами сталкиваться с монстрами из скандинавского фольклора. Разве это не круто? И, кстати, мы уже проходили игру в подобном сеттинге Through the Woods. Вот можете здесь посмотреть целое прохождение, очень топовое, в моем исполнении, разумеется. И сейчас мы с вами поиграем в эту игру. Это пока что демо. Но я хочу сделать такую затравочку для себя и для вас, чтобы в будущем, когда эта игра выйдет, мы с вами ее вместе прошли, если нам сейчас понравится. А я думаю, что нам понравится. Кто ты, прекрасная дева? Это наша цель. Это наша принцесса, которую мы должны найти. Чё за фигня? Мой мальчик. Я понял, я уже сразу понял. Это же тролль. Это тролль, который каменеет, когда солнце, луч солнца на него попадает. Мальчику просто повезло. То есть ночью его поймали. Но благо это был уже рассвет. Нас чуть не сожрали. Стоп. У нас же русский язык стоит. Русский язык. Так. Судя по всему, субтитров пока еще нету на русском языке. Ну ладно, поиграем так. Ничего страшного, я буду для вас переводить. Продолжаем. Итак, получается, здесь будет женский голос, как бы рассказывать историю. Возможно, это будет, причем, адаптироваться под наши действия. Было бы круто. Olle was comforted by the morning sun. He had survived the night, but just barely. В смысле едва. At least he had found the stone again. Камень? Мы нашли какой-то камень, но... And it felt like it was his sister's way of telling him he was on the right path. Окей, посмотрите, такая пыль. Или это пыльца, я не знаю, что это, дымка. Очень приятно сделана игра. Мне кажется, у нее большой потенциал. И посмотрите, какой мы маленький. Или, может быть, мы в стране великанов. Трудно сказать, потому что мухоморы огромные. Все огромное. Но тролли же тоже большие. Значит, наверное, мы в стране великанов. Прыгнуть. Окей, мы прыгнули. Перепрыгиваем через эту стену. И оказываемся... Красиво месть. О, господи, как красиво выглядит. Она почти что кинематографична. Вот если убрать мальчика и просто вот так вот еще немножко добавить блюра, то будет вообще как будто бы это кино. Душа. Я чувствую душу в этой игре. Вы чувствуете? Мы лилипут. Посмотрите, это огромные олени. Маленькие огромные воробушки, с которыми нас не заклюют, надеюсь. Воробушки, смотрите, каждая травинка реагирует на наше движение. Ой, как это круто. Мы все равно испугали воробушек. Такие они, получается, беззащитные. Это что за... Это еж? Это еж, у которого есть, типа, какой-то механизм, или это седло? А, там гном какой-то. Гном-извозчик, давай вези нас к нашим приключениям. Я сам могу управлять ежами. Что, первый раз, что ли? Нет. 1000 уже ежей я отъездил. 1000 часов на ежах. То есть я уже опытный. Смотрите, он за червячком
Я даже не думал, что эта игра будет настолько милая. Просто она очаровательная. Я уже влюблен. Я думаю, что мы с вами в нее поиграем полностью. Я даже не знаю, на каком канале. На основном играть, вот здесь вот, или на канале длинных прохождений. Вы знаете про мой канал длинных прохождений? Вот здесь вот можете перейти. Там я в Atomic Heart играю, в Somerville. Сейчас буду в Резик 4 играть ремейк. И там есть Tiny Bunny выходит. Все это вот здесь. Переходите или в описании, как вам удобно. Итак, лягушка сидит. Лягушка, она указывает нам путь. Давай, лягушка. Она забила, она просто свалила. Мне немножко жалко этого ежика, так как он так и не получит своего червячка в итоге. Но, может быть, ему и весело. Может быть, ему нравится, когда есть недосягаемые цели. Это, на самом деле, то, что меня мотивирует в жизни. Что, назад? А, все, мы встаем. Потому что хочется достигать то, чего тебе как бы не положено. И ты такой, а мне пофигу, я попробую. У меня есть много лет впереди. И я постараюсь добиться всего, чего хочу. Сколько бы на это времени не потребовалось. Еще один гномик. Или это тот же самый гномик, не знаю. Мы в каком-то царстве супер маленьких гномиков. Для них я великан. Но я-то вообще мелкий. Так, мы можем разгоняться, да? Да, мы можем бегать чуть быстрее. Одуванки, одуванки. Погодите, это же маленькие дети их таскают. Оу, ты что такое? Нам нужно что-то с ней сделать. Надо как-то ее разбудить, чтобы она ушла в сторону. С дороги уйди, пожалуйста. Ребят, подскажите что-нибудь. Может быть, поймать одного одувана? Ай, фу, у меня аллергия. Нет, 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 нам нужно как-то по-другому разбудить. Давайте соберем их всех, вот загоним вот сюда, под нее. Один, все, стой, стой, ты в домике. Или... Воу! Привет. Иду. Она похожа на добрую. Или он, я не знаю. Спасибо. Как я его разбудил? А, одуванчик ему под нос загнал, у нее тоже реакция случилась аллергическая. Ты че плачешь, маленький? А какой там дедушка сидит сверху. Он не может к нему забраться, надо помочь ему. Сейчас... Сейчас мы поможем. Не проблема. Ой, штанишки промочил. Смотрите, а что это вы все забрались? Будете прыгать, но здесь не так-то и мелко. Ой, не так-то и глубоко. Ну, может быть, для вас и не так мелко, я не знаю. Там же еще зависит от того, как маленький организм ведет себя в воде. Так как я, допустим, знаю, что, например, супер-супер маленькие... Существа в воде чувствуют себя не как в воде, как мы, а как в геле, потому что вода совсем другую плотность для них имеет, ну, по их ощущению. Они как бы прорезаются сквозь воду. Привет, ты что? Смотрите. Какой-то тотемчик, давайте возьмем. Все, я нашел. Коллекционный предмет. Я не знаю, стоит ли мне опасаться края. Я, кажется... Нет, я не могу упасть. Пригнуться. Жалко, нельзя смотреть всю локацию. Мы видим только то, что камера показывает. А, ну вот мы и пришли прямо к ним. Мы в обход пошли. Слушайте, эта игра просто чудесная. Она очень милая. Она очень душевная. И при этом вас ждет много сюрпризов там. И меня в том числе. Опа, пасмурно стало. Он просто упал. Не знал, как найти дорогу домой. Дед тоже не додумался. Бо! Чё за... Что за наваждение? В пляс так хочется мне пуститься! Ох!
Не знаю, радость внутри, в душе, в сердце светит солнце. И... от мать моя, я падаю. Так, мы управляем, мы управляем. А, круто. Продолжаем катиться. Ой, куда это я? Все правильно, все правильно, так и должно быть. Камень, это тот самый камень. Чё-то он светил лучше, когда... А, вот, все, надо так показывать. Что, прыжок? О, нет, 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 прыжок. Стоп. Понял, сюда. Я так понимаю, что эта игра тоже устроена по такому принципу. Ошибаешься, учишься, ошибаешься, учишься. И еще это платформер. Мне не нравится, что здесь внезапно стало очень страшно. Жутко. Пока еще не страшно, но жутко. Я думаю, мы можем зацепиться, да? Оп! Окей. Значит, нам нужно как-то раскачать. Стоп, или что ты меня хочешь? Я же слышу, кто-то там спит. Оп! Ладно, хорошо. Вот так мы умеем прыгать. Здесь надо осторожнее. Балансируем, балансируем. Он сам балансирует. Тут все пошатывается. Надо попробовать запрыгнуть. Вот и первая ошибка, которую я допустил. Ладненько. Вот же мы можем здесь запрыгнуть. Нам вообще туда не нужно было. Меня обманули. Смотрите, если мы начнем толкать эту клетку, мне кажется, мы... Быстрей! Давай, оп! Или я зря? Или я, блин, зря? Стоп, мы можем раскачивать ее, да? Я сюда... Дальше, дальше, дальше. Да, нам нужно ее раскачать. И назад... Но сильнее. Что это такое? Что это за раскачка? Мы там уже потревожили что-то огромное и страшное. Может быть, как-то еще? Что-то я не понимаю. Я не понимаю, что ты... Я с физикой не дружу здесь, походу. Я думаю, что вот мы сейчас так сделаем и просто попробуем допрыгнуть. Да! Какой ты молодец, мальчик. Спортивный, явно видно, спортом занимался все детство. Оп, осторожней. Ой, не хочу в темноте оставаться, перестань. Мерзкие, мерзкие, мерзкие. Стоит ли мне их тревожить светом? Да что это такое там орёт? А? Корей. Эй! Я же хоть... Я думаю, я зацеплюсь. Я думал, я зацеплюсь за эту цепочку, но не получилось. Ладно, сейчас еще разок. Это будет нормально. Давай, быстрей, быстрей. Я понял. Она сейчас начнет снова вверх подниматься. Ой, стой, 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 стой. Балансируем. Нам нужно дождаться, да? Нам нужно дождаться, пока опустится та клетка. А мы пока балансируем. Слушай, я вижу там скелет в клетке. Вот так. Вот так. Нет. Ой, ну. Вот здесь. Вот здесь придется рискнуть. Расшатать эту платформу. Давай, 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 расшатываем. Пожалуйста! Есть. Продолжаем расшатывать платформы.
Продолжаем, я сказал. Так, все, не боимся. Все работает отлично. Слышите эти звуки? Слева. Как будто там кто-то что-то машет или куда-то идет. Продолжаем прыгать. Уп. Там человек, возможно, живой. О, нет, 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 нет. Надо было быстрее это делать. Я не знаю. Окей. Надо гораздо быстрее это делать. Стоп, где мы? Давай, ускорься, мальчик мой. Олли его зовут. Олли, быстрей. Давай. Раз, два, три. Ползи, ползи, друг мой. Ползи, 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 ползи. Давай, прыгай. От! Это даже не человек там. Он сумасшедший, он спятил. Мы не можем ему помочь. Помочь ему не можем никак, извиняюсь. Нам нужно нашу сестру спасти. Это главное сейчас. О, боже мой. Смотрите, это какой-то монстр с помощью своих песен и музыки сладкой приманивает детей. Потом он их сдувает. Да? Там не только дети, там еще и животные. Он всех подряд приманивает. А потом он набивает ими живот. Или это что означает? Наверное, он набивает ими свой живот. Ну а что ему еще делать с ними? Ну кто бы и не стал. Для чего еще ловить столько всякой дичи? Опять, опять, опять! Не могу, не могу стоять. Это же он делает, нам сейчас его показали. Вот эта вот сладкая музыка. И мы впускаемся в пляс, идем к нему. От, да елки. Я утонул. Я думал, мы на мелководье. Вы видели, как это было сделано? Прекрасно, это было прекрасно, ужасно прекрасно. Максимальная жуть. А! Ладненько, все нормально, все нормально. Мы здесь не можем бежать. Давай вылезем из этой грязи, пожалуйста. Нет, не можешь? Мальчики, вы что тут делаете? И почему вам не страшно? Они просто смотрят на меня. Рука. Это ее рука? О, нет, это еще один тролль. Он увяз в болоте. Благо, что мы маленькие, и поэтому мы так не тонем. Продолжаем. Эта женщина, она точно знает. Она точно знает, что я здесь. Она слышит каждую малейшую вибрацию воды, да? Каждый бульк. Каждый всплеск. Блин, как неприятно! Какая ты стрёмная! Все, бежим. Куда ты? Ладно, это я немножко... Оп! Ну все, я сам к ней в лапу. Бежим, бежим. Нет, нет. Грёбаная хультра меня поймает сейчас. Аккуратней. О, снова вязко, снова вязко. Слушай, ну она настигает нас. Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что... Я очень надеюсь. Нам сюда, налево. Беги, беги, мой мальчик. Куда-нибудь. Сюда. Кстати, на тех наскальных рисунках... Была показана другая какая-то тварина с рогами, но это точно не она. Но, видимо, это была она. Она так себя видит. О, смотрите. Сейчас она опять снова начнет играть. Не слушай! А!
Вот как она решила. Окей. Не слушай, не слушай, не слушай. Беги. Да почему ты не зацепился? Ладно. В следующий раз получится, ничего страшного. Все. Бегом. Простите. Чего вы вообще забыли в этих болотах? Ладно, у меня важная миссия. Давай, еще разок, еще разок. Ты че такое? Сейчас получится по-любому. Мелким хана. Я продолжаю бежать. Вот это она отмочит просто. Хорош. Еще разок. Вот! Умница! Есть! Здесь мы присели. Здесь мы бежим! И еще разок. Вот сейчас будет очень тяжело. Беги! А, вот! Справа же камень еще один есть, я его не увидел. Он как-то слился у меня. Хорошо, давай, пробуем. А смогу ли я сразу добежать? А я смог. Окей. Давай, 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 цепляйся! Все, хорош. Что за булыжник? Нам нужно за ним быть. Все, присели, побежали, побежали, побежали. Булыжник нас спас от этой волны звуковой. А что за трек играет? Классный трек. Сильный такой. Блин, сейчас не могу, сейчас не могу дождать. Ой-ой-ой, опасность. А вот тут, кажется, хана. Смог. О, мы все? Она перестала? Она перестала. В густой траве сейчас спрячемся. Слушайте, ну учитывая тех мелких вот гномиков, я довольно-таки мясистая добыча для нее. Опять в воду. Опять в ее владение. Ох, она сейчас настигнет нас. Я не понял, вот эта пещера с клетками, это чья? Кто владеет ей? Тоже Хульдра? Ну, это не Хульдра, да, я просто... Это в какой-то другой игре, в которой мы играли очень-очень давно, была Хульдра. Тоже там скандинавский сеттинг был. Фольклор. Year Walk. Oh, Year Walk игра была, да. Можете найти ее у меня на канале тоже. Я сейчас... вот здесь посмотрите. Или в описании. Чё-то я чувствую, что мы никуда не убежали от нее. Так, аккуратней, аккуратней, все нормально. Осторожнее, мальчик мой. Мы вышли? Не зря такой ракурс здесь. Ой, прямо лицом к водоему, ой, прям близко. Беги! Она что, за мной? Она делала движение. Она за мной. Осторожней. Ой, в камень не ударься. А! Окей, прикосновение к камням больно. Значит, не касаемся. Стой, осторожней. Давайте чуть левее зайдем сейчас. Не получится! Окей.
Я сейчас утону. У меня такое ощущение, как будто я просто сейчас утону. Хорошо. Вот так. И направо. И налево. Держимся посерединке, чтобы, если что, сманеврировать сразу. О! Я даже, по-моему, затормозил как-то. Я не знаю, как я это сделал. Водопад. Офигеть. А ей не страшно? Ей пофигу? Конец демо. Боже мой, как я заинтригован. Че вы думаете, друзья? Как вам игра? Мне кажется, это прям супер круто будет. Ах, бутончик опять распустился. Я сейчас в каком-то... У меня аж прям внутри все расцвело тоже. Потому что я очень люблю такие игры. Я очень жду, когда эта игра выйдет. Осталось только решить, проходить ли ее здесь, на этом канале, или проходить ее на втором канале с длинными прохождениями. Ваши комментарии, пожалуйста, пишите. Также поставьте лайк этому видео, если вам понравилось это маленькое приключение. Оно не законченное, к сожалению. Очень хочется узнать, что будет дальше. В общем, друзья, спасибо вам всем за просмотр. С вами был Юджин. Увидимся очень скоро. И всем пять!